Израилю грозит электронным холокостом. Хакеры, выступающие за свободу Палестины, разместили в интернете послание, что сегодня устроят массированную кибератаку на еврейское государство. Они заявляют о намерении в течение одного дня нарушить работу тысяч различных израильских сайтов, а также нанести ущерб аккаунтам в социальных сетях. По словам экспертов, следует ожидать распространения подробной информации о кредитных картах, взлома электронной почты, а также текстовых сообщений с угрозами. Специалисты советуют организациям обновить свои серверы, выполнять резервное копирование, не открывать письма от незнакомых источников. Эти группировки причисляют себя к Anonymous, но на самом деле это элементы, исламистские элементы, антиизраильские элементы, финансирующие компьютерный терроризм. С каждым годом их атаки становятся все более изощренные. В Израиле эти атаки успешно отражаются на протяжении уже нескольких лет, с тех пор, как нам обещают 7 апреля киберапокалипсис или киберхолокост.